Нет, нас не ждали снова в деле. И именно сейчас в спортивном зале нашего университета проходят проводы зимы. Встречай весну вместе с ТВУ. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, вы блиночки мои. Люди, люди, подходите, угощение получите. Масленица приглашает, ведь на праздник называется. Сегодня университет святкує масленицу по инициативе студентов. Масленица, сказали, это старожитное первесновое свято. И тому молодь и весь университет чекает весну. Обуджают силы природы и весело проводят свой час. Чем вы сегодня здесь занимаетесь? Ведем масленицу. Провожаем, точнее, масленицу. Уводим масленицу. Уводим, да. Под руки. Да. Убираем ее, сжигаем. А сейчас перед вами выступает великий, замечательный коллектив педагогического факультета «Веселка». А еще мы здесь поем, танцуем, смеемся и, в общем, отлично проводим время. Прекрасно проводим время. Мы сегодня кормим всех, так сказать, раздаем блины, чтобы все сегодня были сыты, все рады. Сегодня же праздник, нужно радоваться. А какие еще традиции знаете? Нужно печь блины и раздавать их всем. Сожжение чучела. Самая основная традиция – блины, все. Берем блины, всех кормим, все рады, всем вот так. А что вы знаете о масленице? Блины! Чучела! Конкурсы! Конкурсы! Какая-то интересная, а что это за костюм? Ну, это костюм Молли. Вот. Ну, я зеленая Молли, которая всех веселю. Ну, я хочу, чтобы все получали радость, удовольствие, ну, от игры. И, ну, ощутили праздник этот масленицы. Ты меня научишь? Мы стоим рядом с еще нетронутым чучелом масленицы. И вот буквально через несколько минут от него останется лишь горстка пепла. Чучело на масленицу, когда сжигали, пепел разбивали для того, чтобы земля была плодородная. А вот я знаю, что пепел на футбольном поле будут развивать. Что будем выращивать на футбольном поле? Слава богу, хоть поиграем в футбол нормально. Выровняют нам поле, будет травка, все будут рады, счастливы. Что будем выращивать? Мутантов. Картошку. Картошка. А на лыжах где ходить? Зачем? Картошка же должна быть всегда. Нам очень понравился праздник. Мы первый раз участвовали. Ой, в конкурсах тоже выиграли что-то. Уже получили. И очень вкусные блины. Только жалко, вот... Сожгли. Сожгли чучелу 5-го размера. Всех поздравляю с масленицей!